Значит, по результатам учения у нас будет материал, видеоматериал, будут буклеты, буклеты уже будут, да? Сегодня принимают участие в учениях все, кто у нас задействован в зимнем содержании. Это руководители среднее звено руководящее, руководители контрактов по содержанию, это мастера и водители КДМ, я так понял, у нас здесь сегодня собрались. У нас сегодня ГАИ присутствует, там Сергей Иванович где-то. Значит, у нас МЧС Павел Саныч, замначальника управления Владимирской области. Поэтому все участники процесса на месте, я считаю, что можно уже приветствовать друг друга и приступить к практической части. Я скажу вам слово. Наше учение будет состоять из трех этапов. Первый этап – это экспозиция техники. Вы, наверное, все уже ознакомились с техническими средствами, в том числе организацией дорожного движения. Мы постарались здесь тоже показать вам некие инновационные технологии в данной сфере, в той части, как правильно обустроить место производства работ. Отдельно расскажем вам о нашей теоретической части, о современной технике, которая должна сегодня по нашим контрактам работать в содержании автомобильных дорог. Также напомним вам нормативы зимнего содержания в связи с введением действия новой редакции КОСТа автомобильные дороги и улицы, требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Это у нас будет отдельное выступление. Расскажем вам о механизме и правильности введения ограничений движения транспортных средств. Спасибо, уважаемые коллеги, за вот эти учения. Это действительно важные учения. Они проходят у нас первый раз в Институте Владимирской области совместно с организаторами этих учений, с управлением Упродор. Мы давно работаем, у нас много всяких соглашений, мы взаимодействуем, но действительно вот в рамках практических вот этих тренировок мы действительно собираемся первый раз. Потому что нам всем надо понимать, кто за что отвечает, как должен работать, чтобы принимались правильные решения. Министерство наше очень много сил и средств уделяет федеральной трассе. Хотя мы МЧС, мы пожары, мы спасаем, но федеральные дороги – это тоже как бы наша федеральная зона ответственности, потому что она федеральная дорога. У нас специально есть программа, у нас приходит транспорт для реагирования на ДТП на федеральных трассах. Целая программа у нас есть. У нас специально выделено авиационное звено, которое базируется в Семязин для обеспечения не только пожаров, пожароопасный период в лесах, но и патрулирование федеральной трассы. И очень приятно, что вот мы сегодня также открываем первую площадку вертолетную на федеральной трассе, которая, возможно, в будущем поможет кому-то при спасении человека. Ну, всем хочется пожелать удачи в этом учении. Организаторам еще раз огромное спасибо. Ну и нам всем провести зимний период без каких-то происшествий. Огромное спасибо. Коллеги, я как представитель управления ГИБДД Владимирской области хочу также выразить огромную благодарность за организацию данных учений. Госавтоинспекция, как никто другой, наверное, заинтересована в безопасности дорожного движения, бесперебойности этого процесса дорожного движения, не только на дорогах федерального значения, но и в целом на уличной дорожной сети населенных пунктов нашей Владимирской области. Что хотел сказать, в целом, те шероховатости и недостатки, которые мы ранее замечали в процессе работы с нашими подрядчиками, я хотел бы вот еще раз сказать спасибо за то, что мы наконец подошли к тому этапу, когда все эти вопросы должны сейчас отрегулироваться на визуальном, максимальном, практическом уровне. Вы должны посмотреть, как максимально четко в оперативном режиме организовать безопасность дорожного движения, организовать оперативные аварийно-спасательные работы, ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, максимально быстрый и короткий промежуток времени восстановить процесс транспортного сообщения. Поэтому единственное, что хотел сейчас добавить вам, в процессе учений будьте максимально аккуратны и соблюдайте требования правил дорожного движения. И более того, смотрите, скажем так, за обстановкой, потому что мы проводим учения в режиме максимального приближения к реальной ситуации. Движение, скажем так, не останавливается, поэтому еще раз говорю, пожалуйста, соблюдайте меры личной безопасности. Там серьезный подход, даже мы уже едем в Роскомнадзор, недавно, потому
выставляются дорожные знаки. А дорожные знаки выставляются в очередности с дальнего знака дорожного рабочего, да, к ближнему. А выставляется вот таким образом, то есть по ходу движения. Выставляется первый знак, да, второй, третий, четвертый, пятый. Потом здесь выставили с одной стороны движения, выставили с другой стороны в такой же порядке. Есть определенный алгоритм, общий ряд позиций, которые выполняются аварийно-спасательным формированием. Первое – это оценка обстановки и анализ сложившейся ситуации при дорожно-транспортном происшествии. Соответственно, собирается полная информация, и исходя из этого делаются выводы о привлечении дополнительных сил и средств, также ограждение места ДТП, порядке проведения аварийно-спасательных работ и так далее. Деблокированные пострадавшие из повреждённых транспортных средств. Thank you.
Я, как руководитель учения, конечно, должен сегодня поставить оценку. Я думаю, я выражу общее мнение всех членов нашего, так сказать, задействованного коллектива. Оценка 5 с плюсом, у меня других слов нет. Я думаю, вы меня поддержите. Уважаемые коллеги, конечно, знаете, когда мы планировали начинать вот эту всю работу, она у нас длилась где-то полтора месяца, был некий скептиз, как поддерживают нас, не поддерживают. И мы, конечно, были вот с Евгением Николаевичем очень сильно удивлены, насколько было конструктивное взаимодействие в организации данного мероприятия, насколько было сделано какие-то инициативы дополнительные. Давайте сделаем так, давайте сделаем вот это вот так. Знаете, так настолько приятно. И в итоге, ну, что получилось, вы видели, да? Глобально, с энтузиазмом, с эффектом. Мы показали тот комплекс вопросов, который сегодня нас, как заказчиков, интересовал в первую очередь. Наверное, у нас можно подумать о решении других проблем, наверное, в перспективе. Может быть, мы, Максим Анатольевич, сделаем это вообще каким-то ежегодным таким мероприятием, если нам сильно понравится все это. Может, нашим руководителям понравится. Я искренне благодарен сегодня и отдельное спасибо, конечно, Павел Александрович, в вашем лице, всему коллективу МЧС, Александр Иванович, коллективу госавтоинспекции. Отдельное спасибо, конечно, нашим подрядчикам, которые сегодня, ну, по сути дела, на их плечах вытянули все это данное мероприятие. Огромное спасибо тем участникам нашей выставочной экспозиции. Поэтому я думаю, что вот то, что сегодня произошло, оно, наверное, у каждого в голове останется. Вы, наверное, уже знаете, как решать вот те проблемы, которые мы сегодня обозначили. Наверное, тоже будет несложно, есть понимание. Так, добрый день. Сегодня в рамках организации взаимодействия с Федеральной автодорогой Управдор были проведены совместные учения по ликвидации ДТП, а также возможно заторных явлений на федеральной трассе. Сегодня здесь было проведено крупномасштабное учение, где привлечено как силы, средства Управдора Федеральной автодороги, дорожной службы, также скорые, ГИБДД, областные спасатели приняли участие, ну и, естественно, сотрудники МЧС. Также была применена авиация МЧС для эвакуации пострадавших в результате ДТП. Общее количество сил и средств от МЧС составило 5 единиц техники и 16 человек и одно авиасудно. В рамках данных учений было отработано несколько вопросов, как это теоретическое. Нам дорожная служба показала, как происходит ограничение, либо полное перекрытие федеральной автодороги. Также пожарно-спасательные подразделения вместе с спасателем отработали порядок деблокирования пострадавших при ДТП, а также было ДТП автобуса с грузовым автомобилем. Все это на практике отрабатывалось как эвакуация, перекрытие дороги, работа ГИБДД в данной ситуации, также эвакуация как медицинскими каретами скорой помощи, также и авиация МЧС.